США зафиксирован первый случай передачи вируса Зика от человека к человеку. И это выводит проблему на новый уровень. До сих пор считалось, что распространение лихорадки в основном происходит через укусы особого вида насекомых и, соответственно, носит ограниченный характер. Сейчас же произошло заражение человека, который не находился в опасной зоне. Вирус передался половым путем. С вирусом Зика мы не знаем, насколько долго человек может оставаться заразным. В данном случае подтверждено, что заболевание передалось человеку, который никуда не уезжал из Соединенных Штатов. Количество стран, в которых выявлены заболевшие, тем временем неуклонно растет. Только в Европе таких государств уже 7. Сегодня стало известно, что вирус добрался до Ирландии. В Бразилии же, откуда и пошло распространение болезни, носители уже более 500 000. Это при том, что страна в этом году принимает летние Олимпийские игры. Власти говорят, что ситуация находится под контролем. Неожиданный способ борьбы с распространением лихорадки нашли эксперты Международного агентства по атомной энергии. Они предложили облучать комаров радиацией.